откровения революционера. Лишь только благородными мотивами мы объясняем свои действия всегда. Так мы устроены, ведь человеки мы. Мы были честными перед собой тогда, когда мы еще были Homo sapiens, когда мы голые и телом, и душой, с набедренными бегали повязками, за самками, но большей частью за едой. Только тогда мы были очень честными, и не кривили мы тогда своей душой, и действовали очень откровенно мы, раз очень хочется, значит и стыд долой. Это потом культура нас испортила. Мы научились свою низменность скрывать. Мы стали деликатно благородными, когда заманиваем самку мы в кровать. И когда жрать нам, как шакалам, хочется, мы не кричим об этом на весь мир, чтобы не спугнуть нам осторожных особей, тех, у которых мы жратву отнять хотим. И мало интересно нам такие же, как мы, голодные, что мы возьмем у них? Еда у тех, кто не страдает дистрофией, и самки лучшие, как правило, у них. Несправедливо это, согласитесь вы. Ведь мы ничем не хуже тех самцов, что наверху. Мы честны, независтливы, мы благородны и умны, в конце концов. Перевороты и майданы научили нас, как пищу отнимать у тех, что наверху. Энергию с собой недовольных масс надо возглавить и забрать эту еду. Такая непростая технология, но научили революции вожди, надо казаться очень благородными, иначе массы на Майдан не завести. О существенном и важном, существенном и важном, позабыл о суете, доктор Волощук СД. С вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.